Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам покажу, как можно очень просто связать забавный детский узор цветные горошки. Такие горошки можно выполнять на любой машинке, в любом хаотичном порядке, в любом количестве, независимо от того, сколько вы провяжете рядов. Итак, у меня горошек, это 2 петли. Беру нить и руками провязываю 3 ряда. Накладываю нить на открытые иглы. Провязали ряд. Провязали 2, рукой подтягиваю, чтобы петли провязывались. И 3. Нить обрезаю. Беру следующий цвет и вторую. Горошинку в этом ряду провязываю точно так же. Обрезаю нить. Дальше у меня 6 рядов, у вас может быть любое количество. Чтобы машинке было легче провязывать, можно подтянуть хвостики горошинок и выставить иглу в переднее положение. Таким образом, вы можете выполнять любое количество отделки на вашем полотне. Чтобы закончить отделку, достаточно стянуть хвостики. Берем 2 хвостика, завязываем узелок и затягиваем. Берем 2 хвостика, завязываем узелок и затягиваем. Получаем горошек. Затянутые узелки можно спрятать в эту же горошинку. Хвостики прячем в эту же горошинку. Затянули. Лишнее отрезать. Если это видео вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.